4 года с половиной я уже живу в Америке. Я живу в Калифорнии, в Orange County, и здесь очень красиво, я очень сильно здесь люблю жить. И да, вот это моя маленькая история вкратце. Конечно, в моей истории есть очень много, куча всего интересного, но просто вкратце рассказать о себе, потому что много людей... Я обещала себе, что я только буду говорить на русском, я не буду переходить 2 слова на английском, 3 слова на русском, 1 слово на румынском, там, у меня... Мы когда со своими друзьями разговариваем, честно вам говорю, такая каша, особенно с друзьями, которые тоже говорят на английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вас спросила, если у вас есть вопросы на Твиттере, спросила на русском, и многие мне ответили на русском, то что очень классно, мне очень приятно, то что вот многие из вас русскоязычных людей из разных стран, таких как Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, меня смотрят, и вы знаете... русский язык, и мне это очень приятно. Я просто хотела вам сделать видео, сказать, что я вас очень сильно люблю, и я очень благодарна вам за то, что вы смотрите мои видео, и за то, что вы со мной разговариваете, и говорите, и спрашиваете. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, или пожелания, или вообще что-нибудь, оставьте обязательно в комментариях. Я их всех читаю, у меня не всегда есть время на все... отвечать, к сожалению, но я все всегда читаю, я все комментарии вижу. Даже на моих старых видео я все комментарии вижу. Так, давайте перейдем к пару вопросов. Лора спрашивает, хочешь вернуться в Россию? Так как я сказала, я вообще-то с Молдовы, я прожила большинство своей жизни в Молдове. Мой город, это мой город Кишинев. И, конечно же, очень хотелось бы вернуться, увидеть своих одноклассников, увидеть своих друзей. И я очень стараюсь в близком будущем вернуться и всех увидеть. Но жить я, наверное, там уже хотеть не буду. Ще мои кумини мои. Но жить я уже там, наверное, не буду, потому что, я не знаю, я привыкла здесь. Моя жизнь теперь тут, мои друзья все тут, муж тут. Надо только, правда, мою семью сюда как-нибудь сделать, чтобы они переехали сюда. Но пока еще, как бы, это только я здесь. И мне здесь очень нравится, я не думаю, что я уже смогу обратно привыкнуть.